Участились факты бытового насилия. С начала года правоохранительные органы поступило свыше 1500 заявлений. Возбуждено 327 административных дел, одно уголовное. Имело место особо тяжкое преступление на бытовом уровне. В Талсуате во время распития спиртного жена убила ножом мужа. За 7 месяцев за помощью к нам обратились 1500 семей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост бытового насилия на 21%. Представители кризисного центра также отмечают рост домашнего насилия в период карантина. В основном сюда обращаются женщины с детьми. В течение полугода им оказывается всемерная помощь. Центр стремится по возможности сохранить семьи. За 7 месяцев получили наши услуги 202 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, намного больше. В период карантина отмечен всплеск бытового насилия. Нами были приняты 24 семьи с детьми. Мы стремимся сохранить семьи, если это возможно. За отчетный период 60% семей воссоединилось.